В городе продолжается акция «Чистый город». И хотя территории переданы на контроль главам райадминистрации, городской голова проверил выполнение поручений по уборке города. Прошлогодние недочеты в этом году исправили. Решить проблемы с санитарным состоянием в Жовтневом районе удалось в том числе благодаря диалогу с предпринимателями. Участки закреплены и убираются. Практически все болевые точки прошлого года – это состояние улицы Артема, улицы Гоголя, парк возле Приднепровской железной дороги, парк, прилегающий к Запорожью-2. И многие другие болевые точки были сегодня в удовлетворительном состоянии. Я вижу системную работу главы администрации и районной администрации в целом. А вот ситуация в следующем районе в рейде, Орджоникидзевском, стала полной противоположностью. Здесь не только не работает закрепление территорий за предпринимателями и структурами, но и трава стоит не скошенной. Не работает закрепление территории за магазинами, офисами. Фактически в большей части территория находится в замусоренном состоянии, не выкошен бурьян. И я обратил внимание руководителя района на том, что я не вижу системной работы в районе в этом направлении. Руководителю района в кратчайшие сроки поручено привести территорию в надлежащее состояние.